Здорово, друзья! Вы на канале, посвященному фарму опыта Fortnite, и сегодня я покажу вам еще одну карту на опыт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, прожимайте колокольчик, потому что с моим каналом вы быстрее всех сможете залутать свой 200 уровень и забрать все награды с боевого пропуска. Потому что я неустанно тружусь, ищу новые карты, чтобы у вас всегда был фарм опыта. Несмотря на то, что эпики пофиксили сильно в этом сезоне получение XP на картах, я все равно буду стараться записывать как можно больше для вас, чтобы у вас была возможность всегда фармить. Давайте покажу, что подготовил для вас. Заходим в поиск, в поисковую строку, вводим код 76993794924, нажимаем Enter, появляется такая картиночка, на нее нажимаем, здесь нажимаем выбрать и ставим обязательно частный режим игры. Не открытый, именно частный, это важно. Потом нажимаем играть, заходим в магазик. В магазине предметов есть куча разных скинчиков. Я вот сегодня не выдержал, приобрел себе вот этого вот прекрасного попкорна. Внизу кнопочка, есть поддержка автора. Нажимаете в эту кнопочку, вводите сюда код G-App. Нажимаете поиск, код фиксируется в вашем магазине предметов. И с этого момента компания Epic Games будет мне платить за все ваши покупки. Будет делать мне небольшое отчисление. Такую вот классную поддержку и благодарность за все мои труды вы можете мне оказать. Это вообще очень круто, ребят. Вот, заспавнились мы на карте. Где бы вы ни заспавнились, вот в любом из вот этих окошек, которые вдоль стеночки есть, назад поворачивайтесь, и тут есть кнопочка XP. Нажимаете эту кнопочку, потом выбегаете. И смотрите, во-первых, на этой карте можно играть. Она офигенная, прикольная. Здесь будут появляться динозавры. Здесь есть разные секретики. Можно в тайные локации попадать. Здесь есть аирдроп. В общем, очень много интересного. И квесты плюс слева. Вот, но мы сейчас не об этом. Здесь вот есть стенка кирпичная. Она идет вот с этой стороны и с вот этой стороны. Вам нужно вот здесь вот, где она стыкуется, вот к этой стеле подойти. За кустиком вот она прячется. Вот, стела, видите? Стоит. Если к ней подойти, на ней появляется кнопочка The Hole. Нажимаем эту кнопочку и попадаем вот в такое пространство. Здесь мы подходим к любому абсолютно из терминалов. Мне нравится посерединке. И нажимаем на него. Сюда нам нужно с вами ввести код. Сейчас я вам его покажу. Вот. Вот этот код 62640434582. Вводите код, нажимаете принять, и у вас меняется картиночка. Может, кстати, не поменяться, может просто пустой экранчик будет, но это не страшно. Главное, вот этот момент, проверяйте, чтобы здесь был значок XP. Если его не будет, значит карта уже недоступна для фарма опыта. Если значок есть, значит есть на карте опыт. Нажимаете на баннер, выбрать и ждете, пока загрузится. Итак, заспавнились на карте. Сразу рекомендую вам взять вот этих вот граплеров. Они удобные. Плюс, если... Найду сейчас. А я, походу, не найду. Ну, ладно. Все, граплеры взяли, этого уже достаточно. Залетаем вот сюда на платформу. На платформе есть вот такая зеленая кнопка. Она здесь одна, поэтому вы не ошибетесь. О, давайте сейчас здесь посмотрим. Может, здесь таран есть где-то. Потому что таран вообще незаменимая штука. Нет, его тут тоже нет. Автор почему-то его не захотел ставить на эту карту. Ну, бог с ним. Короче, подходим мы сюда, вот где-то кнопочка. И, не доходя до кнопочки, вот отсюда ставим две рампы и один пол. Для того, чтобы вот под эти шары подойти, под эту пальму. Господи, как это выглядит стрёмно. Ну, ладно. Здесь делаем эмоцию. И у нас появляется кнопочка. Нажимаем ее. И попадаем вот в такую локацию с таймером 900 секунд. Здесь мы введем с вами секретный код, чтобы потом попасть в локацию, где будем лутать опыт. Обратите внимание, сзади стоят мишени. Если взять оружие и стрельнуть в мишени, то за них дается опыт. 97 опыта, смотрите, за одну мишень. Это вообще 47 опыта. А здесь не показало. А тоже, наверное, 47. Подтупливает, видите, немножко. Вот, чик, начислилось, но не показало сколько. Да, подтупливает. Короче, не рекомендую вам стоять фармить эти мишени, пока вы не пройдете карту. Лучше пройти карту, потом залутать мишени. Они будут давать еще больше опыта, чем сейчас.
Видите, тикает, что начисляется, а на экране не показывает. Так вот творочка у нас работает. Друзья, пока ждем таймер. Если вы хотите тоже покупать классные скинчики очень недорого, прилетайте ко мне в Дискорд-канал, ссылочка на экране. Там есть магазин, через который можно очень выгодно донатить в игру. Плюс вас ждет скоро очень большое событие. 38 подарков будет разыграно на мой день рождения. У меня 30 мая день рождения, мне 38 лет, и я за каждый годик своей прекрасной жизни хочу порадовать кого-то из вас. 38 человек уйдет счастливыми с моего праздника жизни. Так что, друзья мои, рекомендую вам присоединиться к Дискорду обязательно, потому что именно там будет проходить розыгрыш. Все. Плюс там у нас классная дружная комьюнити, я думаю, что в принципе вам не помешает такой классный коллектив. Все, ждем, будем продолжать. Так, друзья, закончился таймер. Подходим сюда, вводим код 7375. 7375. Справа подтверждаем код. И нас телепортируют вот в такую локацию. Здесь мы берем с вами джетпак. И с помощью грапплера вот сюда добираемся. Здесь, когда добрались, запрыгиваем на вот этот кондиционер. Поворачиваемся налево и нажимаем первую кнопочку Secret Admin XP. Отлично, сразу сходу с ракет вообще прилип. Возвращаемся туда, к этому дому. Но теперь нам нужен вход. Забегаем. Пробегаем вот так вот по диагонали, чуть правее. И вот здесь вот на засыпанной песком кровати нажимаем следующую кнопку. Теперь нам нужно добраться вот сюда. Здесь заходим в дом. И вот, на телевизоре, на вот этом, нажимаем кнопочку. Запутался чуть-чуть. Идем теперь правее, вот сюда. Забегаем слева внутрь. И на моечке, вот здесь вот, на средство для мытья, нажимаем следующую кнопку. Так, друзья мои, теперь идем сюда, только чуть-чуть левее этого домика. Там у нас есть еще одна локация. Вот сюда, к этой локации идем. Нам нужно оббежать красный домик. И вот здесь вот на кресле нажать кнопку. Возвращаемся снова туда. Теперь нам нужно в этот красный домик забежать. Вот здесь у нас находится вход. Забегаем, пробегаем к телевизору, нажимаем на нем кнопочку. Теперь нам нужно добраться вот сюда. Здесь нужно наверх залететь, возле колокола вот здесь вот встать, сделать эмоцию. И на колоколе появляется кнопочка XP Farm. Нажимаем эту кнопочку, здесь у нас мы уже взяли автомат. И теперь мы устраняем вот этих вот товарищей и получаем за них отличный такой опыт. И фармим здесь уровень. Вот вам, пожалуйста, тренировочка АИМа заодно. 123 тысячи уже налутал, ребята. Можно здесь дальше стоять еще и бить по вот этим мишеням и лутать еще опыт дальше, как видите. Вот. Буквально 15 секунд побил, уже 300, там, 400 опыта наковырял. Все, на этом прощаюсь с вами, друзья мои. Спасибо вам всем за то, что оставляете комментарии, за то, что оставляете лайк под видосиками. Спасибо всем, кто присоединился к Дискорд-каналу. Это круто, я рад вам всем. Спасибо, ребят. Пока.